Сегодня приготовим слоеный салат из скумбрии. Нам понадобится скумбрия, картофель отварной, морковь, огурец, яйца, яблоко и майонез. Итак, первое, что мы можем сделать, это натереть яйца на крупной терке. Далее подготавливаем яблоки и тоже трем их на крупной терке. Яблоко можно натереть заранее, можно его натереть перед тем, как будем укладывать слой из яблок. Особой разницы нету. Единственное, что яблоко немножко потемнеет, но на вкусовые качества это никак не влияет. Шкурку, естественно, убираем. Также отмечу, что яблоко нужно именно зеленое. Далее нарезаем огурцы. Я сначала режу на кружочки, а потом на мелкий кубик. У кого есть специальные овощерезки с разными видами нарезки, можете использовать их. А мне нравится делать вручную, это доставляет особенное удовольствие. Далее возьмем скумбрию, выкладываем ее на тарелку и убираем крупные кости. Скумбрию нужно помять вилкой. Итак, начинаем собирать наш слоеный салат. В первую очередь возьмем майонез, кулинарный пакет, и первым слоем выкладываем картофель, который мы потерли на крупной терке. Приминаем вилкой. Далее опять делаем сеточку из майонеза. Следующий слой выкладываем скумбрию. Тоже приминаем вилочкой. Далее слой из отварной моркови, натертой на мелкой терке. Далее майонез. Далее выкладываем огурец и разравниваем по всей площади салата. На этом этапе можно немножко присолить. Далее слой из яблок. Поверьте, яблоко в этом салате совершенно не лишнее, оно придает некую пикантность и сочность салату. И завершающий слой – это натертые на крупной терке яйца. Далее идет сеточка из майонеза, и потом украшаем по собственному желанию, как вам угодно. Салату достаточно настояться 1 час, и можно приступать к дегустации. Приятного вам аппетита!